Ну что ж, пацаны и девчонки, всем здорова, с вами Даник, и да, это вторая часть, как я буду врываться в школу. В общем-то, перед началом видео обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я только что проснулся, уже 9 часов утра, приеду на третий урок, потому что на первые два меня бы тупо не пустили, потому что карантин и учителя, я их не знаю, короче. В общем-то, лайк, подписка, ну а мы немедленно и переходим уже к просмотру данного видоса. Прохладно, однако. Ехать. Надеюсь, вы меня слышите. Но ехать серьезно прохладно. Здрасте. Поставь мне песню, Джесси Пусси, на то себе. Тебе тоже? Я смотрела, мне тоже понравился. Не, на карантин. Ой, да ничего, приехал. Сейчас жду Максименко. Вот это всех жду. Чтоб меня в школу пропустили, ё-моё. Там мы на физруш идём. Да это я знаю. А, на двор? А ну, что? Так, ну я оставил. Стой, не, подожди, я руль заблокирую. Потому что... Потому что... Всё, пошли. Ё, надо попробовать как-то до физика пробраться. А что физика? Физик, сейчас у 9 класса физика. Вот это вообще ситуация. О, я бы мог через черный ход залезть. Если получится, конечно. А там будет видно. Представлял байкера? Представляю, Ваня! Давай, Саш, посмотри! Что за один раз? Ебаный! Что ты оторвала, Леди? Даня, давай, Даня! Давай, Даня! Привет, Татьяна! Привет! Стоит! Привет! Ой, здрасте! Я тебя заметила! А мне мячиком ебло попали! Да не снимешь! А мне у тебя мячиком ебали, Даня! Да я вижу! Что такое? Юма, что тут происходит? Да? Ой, навоняли здесь. Галька меня убьет, нет? А, да, да, блин! У вас во всех сейчас физкультура или нет? Да, блин, нет, нет, у нас так просто. Ё-моё. Заходи. А ну, старый корпус меня пустит или нет? Я масочку одену сейчас специально. Вот эту херню сниму, чтоб точно пропустили. О, давай мне. Я сейчас ее еще одену. Не-не-не-не. Я в Алиэкспрессе. А я теперь пришел. Шлем по руках пошел.
Привет. Подпишитесь на канал. Я с тобой здорово. Шо? И лайк поставь. Выспался. Я? Нет. Я лег в 2 или в 3. Левой рукой нормально. Привет. Что так поздно? Сижу, короче, пацаны, девчонки на стулочке. На черном входе в школу. Вот двери. Вот, в общем-то, все остальное. Ну, сидим и ждем, пока закончится урок. Еще 5 минут осталось подождать. Будет примерно, когда буду думать, до какого класса следующего идти на урок. Опа, ой. А давайте я стану тут кого-то и напугаю. Сейчас попробуем напугать кого-то. Может быть, это будет Максим. Мы ждем, короче. Сейчас будем пугать. Ну, пробовать хотя бы. Бук! Получилось! Так, ждем следующую цель. Обожаю деньги. Ой, я тут стоял и ждал всех. Серьезно? Да, я тут напугал Максима. Кушать пора. Кушать? Кушать. Это что, у вас большая перемена или что? Да. Да? Вторая? Да. Я и забыл, что вторая большая. Араб. Обернулась все тут. Я сейчас буду хлеб. Все, погнали приносить хлеб. Я помню, в школе такой же херней страдал. Бежим, бежим, бежим. Кто первый? Я первый, все. Тихо, не упай. Не боюсь, мы уже хлеб. Надо не надо. Карина идет. Что? У вас информатика? Да. Могу зайти. Мы на трубу выйти. Давай теперь к нам на урок. Да зайду, зайду. Бери. Перекусик. Кушаем хлебушек. Данька, надо. А вы еще не кушаете, что? Я бандит. Бандит. Да. Да. Надо было еще тарелку манки взять. Да, хлеб манку уже не дали. Гепатит. Неудобно чуть в шлеме. Снимай. Я вам приму. Там шапка, дай. На голове трындец. You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Все чай пьют, все чай пьют. Я хочу чай. Давай. Давай, давай.
Что происходит? Собака! Перчатки давай! Бегает еще. Смотри. Капец. Я знаю. Ё-моё. Даня, а ты охуел? Шо? Охуел? Пошли к нам на форум. Я к вам. Сейчас подожди. Куда садиться? Сюда. Давайте на УЕФА скидывайте себе. Вы сами сыграли. Ты проиграл. Что сыграли? Женька, маска, дай. Не дам. Дай ему. Хватит. Без портфеля приходи. Я забыл портфель, не дам. Знаешь, я верну. Не дам. Я верну. Нет. Ладно, бери шлем. Дай. Алексей, это кто? Директор. Это директор. Знаешь, там где? Ты говорил, зал? Это директор. Надо будет ненадолго свалить. Потом пробую как-то... Попробую. Но... Пока я не могу попрощаться. Вы еще встретите. Выгоняют меня, значит. А он еще не уехал. Вот, чуть-чуть. Наташа. Меня директор выгоняет. Пиздец. Дерек выгоняет. Директор выгоняет, все выгоняют. Недолюбливают меня в школе. Карантин, все дела. Ну, может быть, когда карантин спадет, получится нормально зайти, заснять видос. Но это, наверное, будет уже... Да фиг знает, когда это будет. Когда это будет, и у меня будет учеба, и я не смогу, к сожалению, заснять видео. Ну, пока что получается. От директора получаю, от всех получаю, все меня выгоняют. Эх, не любят меня. Ну, ладно, сейчас посижу, еще немного подожду. Ну а далее будет видно, либо это будет концовочка уже, либо еще что-то смогу сделать. Может быть, на какой-то урок еще попаду. В общем-то, лайки. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ну а мы погнали ждать. Для вас это будет пару секунд, для меня это будет пару часов. Библиотека есть. Здрасте. Вы тут до сих пор, да, в библиотеке? Ага. Я думал, кого-то поменяли уже. Я всегда. Что, часто в библиотеку ходят за книгами? Ой, редко. Редко. Ничего, что ты, как ты, нормально? Директор выгнал. Да? Да. Ты на уроке где-то? Да. Ну, я тут вообще с 10. Ага. На двух уроках уже просидел. Там не разрешают же, сейчас же... Не дай бог же там, знаешь, никто не принес нам никаких. Вот тоже ж дома, ты на карантине. Да. Надо было, пока б там был, бесплатно тест сделать, да и все. А. И все, мог бы ходить по школе. Понятно.
Танечка. Ну, бежи тогда. Угу, сейчас хорошо. Вывела. Маме привет передавай. Хорошо. Я пока тут где-то положу, а потом, может быть, все-таки попаду на урок. Еще попадем. Не знаю, было ли там что-то видно там. Ну, в общем-то, у нас есть библиотека. Редко кто туда ходит, но все же. Библиотека есть. Я помню, был в школе, ходил туда. Не прям так часто, но ходил. Потому что надо было книги взять, надо было... В первом классе ходил, я тогда взял маленькую книжечку. Мы тогда только учились читать. Маленькую книжечку взял, и там была сказка. Я эти сказки любил так читать. Я в школе брал эти книжечки маленькие, там где-то на 10 страничек. Ну, в общем-то, это... Блин, я хочу в школу опять попасть. К сожалению, уже не получится, но я бы капец как хотел попасть в школу. Посидеть на уроках, вот, блин, стать мелким, побегать, поваляться на земле со всеми. Эх, ну а сейчас что? А сейчас студент, ё-моё, студент. Снимаю видео, залажу в школу, меня выгоняют, я опять залажу. В прошлый раз выгоняли, этот раз опять выгоняют. Только уже пожёстче, прям говорят, Даня, нельзя, Даня, то, Даня, сё. Короче, пока что посижу здесь. Может быть, на турничках поподтягиваюсь, потому что всякие элементы делать нельзя, проблемы со спиной упал с турника. Ну... Включусь позже, либо включусь, когда буду ехать домой. Будет видно, короче. Ну а так, лайкосик и подписочка, это 100%. Давай сегодня, Артур. Я на мотоцикле в магазин съезжу. Пошли сюда. Тихо, тихо, нет. Хотя, давай, главное, чтобы завучка не видел, потому что она меня выгоняет. То есть гелик. Знаешь, я буду? Она меня выгоняет. На. А Максима куда? Даня, можно Максим меня прокатить? Не, никого возить не. Максим, садись, руль разблокируй только. Не, я заблокировал, потому что это школа, могут угнать. Как мы с Артемом. И за что он со стати разобоится уже? Уже? Все, помчал. А все выключил. Помчал, помчал. Так, сейчас я к вам попробую забраться. Леха, сейчас к вам попробую забраться. Да, да, да. Меня Дерек выгоняет. Пизда, ну, Данька, ты знаешь, что Дилю на уроки смотрел бы? Ну, потом после уроков я смотрел, потом короче, у меня там просят вторую часть станта. А, видали. Ну, видали. О! Ё-моё. Шушу? Жидкова к директору вызывают. Замотик, а зачем? Да. Мы же нельзя же весить. А где моток? Бля, хамуха. Привет, Данька. Привет. Привет, канал. Данька. Как у тебя дела? Ты тоже болеешь? Не, у меня карантин. Я еще не. Бляха-муха, Максим. Он в магазин поехал, Максим. Поэтому гдельку его и вызывают. Бляха-муха. Пацаны и девчонки. Это пипец. Да я попробую, но не знаю. Там Дерек может зайти к вам. Не зайдет, туда попадешь через черный ход, и не зайдешь. Она мне его сама отдала. А там видно, как я через черный ход буду заходить. У нее в кабинете видно, у нее там окно. Максима к Дереку, блин, вызывают. Максима к Дереку. Житкова? Да. Чего? На мотике проехался. Он поехал на Данину. Мне сейчас Ласково ехал. А мотик где? У Максима. Не знаю, они никогда покупали бы нам. А где шлем? Не знаю. У тыквы. У тыквы. Что это за глубина? Это что я в парне это потеряла. Пиздец, как холодно.
Он, короче, у... Нет еще. И куда? Его к Дереку вызывают, он поехал. Он до Дерека поехал, чешу. А как? Как он заметил вопрос? Окно же вообще в другой стороне. Где ключи? Да? Нет, дай. Ты домой? А, да, этим. Скажи, ты домой? Да не знаю. Весело ебать. Я хотел попасть на урок еще один. Дай посижу, пожалуйста. Стой, подожди. Знаете, подержите. А ты поснимай со стороны. А что ты хочешь? Что снимать? Меня снимай. Я пока поставлю. Все, снимай этого, чини. А сколько будет? Какое окно открывается? Вот это вот. Окно вот. Какое открывается у вас? Окно открывается? Это не их. Это не их. Это не их. Вот. А, если это, вот это, да. Вот это, короче, мне хана, Максиму хана. Мне сказали, еще раз мотоциклом увидят, мне пипец. Прямо, если еще раз мотоцикл увидят во время учебного процесса, мне хана. Мне тоже, а ты же сказали, что я не ездил с на мотоцикле. Трындец. Короче, буду мотоцикл ставить там, где Максим, вот там он. Раздачу. Короче, трындец. Походу, последний раз приехал, хотя не. Если наберет много просмотров, я приеду еще. Если наберет много просмотров, я приеду еще сюда. Будем тебя пиарить. Так, ладно, пойду что-то пробовать, как пробраться в школу опять. Таня, давай тут еще приезжай. Я сказал, 200 лайков и приезжай. Давайте 300 тогда. Что сказали? Максим, что сказали? Говори, что сказали? Сказали, что не катался, чё? Ну, я сказал, что ты отдельно, типа. Она сказала, что ты больше не будешь кататься, а моя маме пока звонить не будет. Ёпрасота. А как мне опять в школу залезть? А как мне в школу опять залезть? На физику хотел к вам. Ты фиг знает, уже не, наверное. Уже, наверное, нет. Уже все. Подожди, это ж пошли прививку забацаем. Какую? Сфоткай меня. Мой, на мой. А у тебя что за урок, Даш? Информатика? Да. А, тогда пофиг. Короче, пацаны, девчонки, это трешак. Меня директор уже второй раз выгнал. Максима к директору вызвали. Короче, это полный трындец. Может быть, когда-то у меня получится еще раз пробраться в школу. Когда, не знаю, но я постараюсь. В общем-то, лайк, подписка на канал. Ну, а с тобой был Даник. Увидимся уже в следующем видео.